Так, всем привет, друзья. Площадка. Сначала я сделаю, потом расскажу. Потому что здесь в прямом смысле время – деньги. Активировать. Pair рубли. Подтвердить. Подтвердить. Все. Площадку Тринар я активировал. На эту я заходить не буду, хватит одного. Так, друзья, что это такое? Помните, в прошлом году была площадка, но там зашли уже, когда было тысяча с лишним народа. Сейчас же, смотрите, я вам расскажу. Ну, то есть вот здесь рефералы, вот здесь ваша партнерская ссылка будет. Так, промо-материалы. Вот она. Я, кстати, ее как раз скопирую себе сейчас. Так. Ну и что это такое? Помните, в прошлом году, короче, была площадка, где люди регистрировались в порядке очереди. Вот чем быстрее встал, тем быстрее за тобой народ регистрируется по времени и все. Вот сейчас предстарт. Старт будет 3 февраля, друзья. Смотрите. Народу пока 586 человек. Активация автоматически произойдет 3 числа. Вот поэтому я сюда и зашел. То есть будьте в первых рядах до 1000, успейте зарегистрироваться, и тогда будет все нормально. Я зашел на 200, почему бы не сыграть в казино? Все, всем удачи, видео короткое. Так, ну вот давайте я вам напоследок видео поставлю здесь, что это такое. Где оно, видео? Чтобы вы поняли, что это такое за игрушка. Всем доброе утро, друзья. Буквально 5 минут назад у нас начался предстарт очень крутого нового проекта Upload. Это проект от администрации Transvision и Webster. Как видите, эти проекты успешно у нас работают. Они уже собрали почти по 80 тысяч участников. Очень крутые проекты. Этот проект будет также очень крутой, потому не теряем время, занимаем место. Это структурный проект, но с переливами. На старте их, конечно, очень много может быть. Потому быстро занимайте места. Места будут по дате регистрации фиксироваться. И главное до старта, чтобы вы пополнили баланс и активировали места. Старт назначен на 3 февраля 12:00 по московскому времени. Регистрацию показывать не буду. Покажу вам маркетинг сразу. Здесь только два тарифа. Доходность 800 тысяч этих тарифов. Тарифы два маленькие, один бинар, один тринар, тринар 200 и бинар 350. То есть 550 рублей, вход одноразовый, больше никаких затрат у вас нет. Давайте так, по тринару три линии, 3,9, 27 человек, по бинару также три линии, 4, 16, 64 человека. Деньги идут по 30 рублей, есть реферальные спонсоры, плюс 20 рублей идет на развитие проекта, а 150 рублей уходит в матрицу. И когда она заполняется, получаете выплаты автоматом на свой кошелек. Уровни покупаются автоматом, короче, все на автомате, только строим структуру и зарабатываем деньги. Также получаем переливы. Захожу в кабинет. Здесь уже написали, что регистрация открыта и можно пополнять баланс. Я вам хочу показать, как это делается. Вот давайте сначала я вот так выглядит кабинет. Ваш панель управления ваша. Это раздел рефералы. Здесь вы найдете свою реферальную ссылку, промо-материалы. Вот раздел тут.
Вот берете реферальную ссылку, есть уже крутые баннеры, используйте в работе. Давайте строить команды уже, чтобы потом на старте мы сразу и быстро начали зарабатывать деньги. Давайте так, можно сразу активировать тарифы, я попробую. Нажимаю активировать. Проект будет работать с кошельком Payeer. Есть маленькая комиссия, учтите. 202 рубля первый тариф стоит. Я сразу это все активирую, чтобы уже потом до старта не беспокоиться. Так, все, тариф активирован, кнопка пропала. То есть вы уже активацию прошли, потом вот пишет, после старта площадка активируется автоматом. Вам уже на старте нажимать ничего не надо. И нажимаем другую площадку. То есть я захожу сразу на две площадки, играться не буду, конечно, по одной площадке. Но вы можете заходить на одну площадку, они две не связаны между собой, или на 350-ю, или на 200-ю, как вам удобней, как позволяют финансы. Я рекомендую, конечно, быть на двух площадках сразу. Все, площадки активированы, теперь ждем старта, сейчас начинаем активно. Ну, здесь заполните мои контакты, ваш скайп, ваша страница ВКонтакте. У нас есть скайп-чат, есть группа проекта, вы это все, вот группа здесь, ВК, и скайп-чат, пишите мне, я вас добавлю. Я под роликом оставлю свои данные. В разделе, еще раз, в разделе рефералы берем реферальную ссылку и начинаем приглашать промо-материалы. Берем ссылку и начинаем приглашать. Ну все, стартуем. 3 февраля у нас будет отличный старт, потому что сейчас нам нужно поработать, собрать максимально большие команды и все вместе будем зарабатывать деньги. Всем удачного дня, ребята, начинаем. Ну вот так вот. Вот как-то так. Я в игре, короче, не знаю, как вы, потому что тот проект, о котором он рассказывал, мне с него выплаты пришли аж после Нового года. То есть проект до сих пор работает. Все, друзья, всем удачи. Кто хочет, милости просим. Кто не хочет, проходите мимо. Я сыграю.